Их смотрели наши родители. Пасашелчок, не возражаете, Вадим Андреевич, а? Их смотрим мы. И будут смотреть наши дети. О, фашист, буржуйская морда. Любимые фильмы. Не смей кино называть Димкой. Классика отечественного кино. Да. Два. Это правда. И ведь мы знаем наизусть эти фразы. Зачем ты свинья сову разорвал, а? Мы угадываем с первых нот эту музыку. Громыхает гражданская война. Мы вновь и вновь смеемся над этими шутками. А вот еще и ядиком змеиным. О, и ядик примешь, и уже все. Только для зрителей русского иллюзиона. Дизель-электропоезд Бухарест-Тирая прибывает через 10 минут. По выходным в 18.15. Премьера любимого кино.